54. Участковый, так называемый универсальный солдат. То есть вот есть отдел полиции, да, где вы приходите, видите, там есть дежурная часть, есть отделение там дознания, следствия по делам несовершеннолетних. Опорный пункт участкового уполномоченного, вот этот есть мини-отдел полиции, куда приходят также со всякими разными жалобами, с обращениями, с заявлениями, начиная от претензий к соседям и заканчивая тяжкими преступлениями. Участковый занимается буквально всем. У нас проходит каждые 3 года конкурс «Лучше по профессии». Вот как раз на этом вот конкурсе, да, мы должны показать свои профессиональные знания. То есть это и теория по специальной подготовке, и огневая подготовка, и физическая подготовка. Там оценивается, насколько ты смог пройти, да, и тебя оценивают. Здесь же все-таки конкурс народный участковый. Здесь больше предпочтения мы отдаем, как мы работаем с населением, как наше население знает, потому что участковый... Да, это же очень важно. Да, обходит территорию свою ежедневно. Он не только общается с теми людьми, которые у нас состоят на профилактических учетах, но мы же должны общаться и с теми гражданами, которые у нас не подлежат в поле нашего зрения, вроде бы как. Но, к сожалению, вот с такими гражданами нам не хватает времени общаться, правильно? Потому что у нас очень много именно таких граждан, с которыми нужно проводить все-таки работу, в том числе и профбеседы. Поэтому, к сожалению, вот этот вот конкурс «Народный участковый», он, конечно, показывает, что мы знаем своего участкового, но, как правило, нас знают не очень благополучные. То есть вас знают специфическая аудитория. Специфическая аудитория. Когда я только пришла работать участковым, еще была стажером, буквально там отработав неделю, мы находились на участковом пункте полиции, приходит женщина с заявлением. Значит, соседка у нее повешала за окно какой-то предмет, то ли крышка от унитаза, что-то такое. И, ну, высокий этаж, ветер, и она очень сильно стучала. То есть мы с моим наставником пошли к данной соседке. Зачем, спрашиваем, ты повешала? Она говорит, ко мне барабашка приходит, он ее отпугивает. Вот, ну, участковый мой наставник оказался таким смекалистым, он ей отдал свой галстук, сказал, на, вот вместо вот этой вот, вот этого предмета положи. А галстук-то форменный, да? Форменный, конечно. Это все на 100 лет. Ни одна барабашка не пройдет. И потом вот эта вот женщина, которая приходила этот барабашка, она приходила, благодарила, все, говорит, как вот. Но галстук не вернула. Галстук нет, не вернула. Ну да, оставила, по наследству передала. Слушайте, ну прямо... И так каждый день, да, можно сказать? Ну, что-то бывает. И такое. Но, может быть, хорошо, что и такое бывает, и есть такой здоровый юмор в вашей профессии. Оксана, еще раз напоминаем, вы знаете этот сайт, а я еще раз скажу, начинается основной этап федерального конкурса «Народный участковый». Евгения Елагина, который вы слышите, представляет Новосибирскую область. Мы ждем от вас поддержки на сайте... На сайте Главного управления МВД России по Новосибирской области, либо просто на сайте МВД России. Ссылочка называется «Народный участковый». Твоя область. Новосибирск. 106.2 FM.